У нас сейчас лето, и трава высыхает. Когда трава сильно высыхает, у нас осы появляются. Осы летают, мешают постоянно, на улицу невозможно выйти, чтобы кофе попить или чай там. Если еще фруктовое что-то, как булка с ягодами, тогда они совсем лезут прям в рот. Мы будем сегодня смотреть на способы, чтобы их убирать, убивать, и как-то легко и просто. Что нам сразу понадобится, это такая мыска. Потом мы добавим кухонного мыла. Потом зальем водой. Потом я беру такую досточку и с задней стороны собачью еду с консервы. Можно и рыбную консерву, и любое что-то такое вонючее, даже можно кусок мяса положить сырое сюда. И переворачиваем вверх ногами. Сейчас ровно поставим. Окей. Берем, ставим. Можно даже немножко слить воду, чтобы она не прикасалась. Вот так, вверх ногами поставили досточку эту. И теперь осы будут залетать под низ, чтобы взять это мясо. Я не знаю, что они с ним любят делать, по-любому. А когда они будут взлетать, они полукругом так взлетают. Как раз воду, мыльную, пузыри, крылья намочат, и так им судьба будет у них такая. Прошло уже где-то полчаса, и видно, что где-то 3 штуки, 4 штуки уже впоймались. Ловятся они. Сейчас посмотрим, сколько там. Вот. Сколько штук? 6 уже собралось. Ну так, в течение дня они собираются и налетают на эту еду, вместо того, чтобы летать в лицо. Так что советую такой способ.